воскресное утро. Не, обед уже. И мы едем. Куда? Куда-то в Чехию, да, Лена? Миколов. Да, это древний австрийский город Никольсбург. Он находится прямо на границе с Австрией. Напротив него какая-то австрийская деревушка Диссельхоф или Диссельхау. Ну, в общем, не важно. И он находится прямо на границе с Австрией. Мы едем через Словакию и Чехию, потому что у нас есть знамка, и нам так как бы выйдет быстрее. А вообще-то по расстоянию то через Австрию мы должны были приехать. Из Чехии все свои названия. Что история повторяется. Вот так сказать, национализировали. То есть был Никельсбург, стал Миколов. Там озеро. Уже вниз съезжаем, уже не видно. Мне напомнило, как едешь из Закаменного на Кубин или Рожемберу. Да, мне тоже. А там был именно замок настоящий. Ой, да, вот это красота. Золотая осень. Он не дал выгубить, что должно быть. Коричневая какая-то. Медная, да? Медная осень. Странная архитектура. Лен, где мы? В каком мы городе? Миколов. Ну я знала, я была близко. Что, холодно, мафоняточка? Тоже что-то относится к церкви, какой-то храмик. Он тоже из Ватислава приехал. Ага. Но у них парковка вон стоит. Ну, хорошо. Да. Идёшь? А так, куда теперь? Ну, або туди, або туди. Ну, давай туди. Туди. Мама, посмотри, это домик или что это? Угу, гаражик какой-то. О, он выглядит очень миленький, так маленький. Да, да, да. Смотрите, какие здесь красивые тропинки. Что такое, очень сюда маленькая. Да, очень такое мимишное, да? Вот, посмотрите, смотрите, она красивая. Да, согласна. Вот, к примеру, вот этот вот вполне. Да. Посмотри, как он красиво украшен. Угу. Так, а теперь мы поднимаемся куда-то. Вы должны поставить Ух ты. Лайк. Я, правда, не уверена, что мы поднимаемся туда, куда надо. А. Ну, куда-то как поднимаемся. Всегда. Так, мы тут начали обнаруживать кошек на окне. Да, будем их считать. Одна была рыженькая, мы еле заметили. Вторая такая беленькая. Но все они деревянные. Мы предполагаем, что они деревянные, может, они еще какие-то.
Ну что ты мне махаешь, а я прохожу мимо. Но я так понимаю, вот там что вот центр кустовый. В сторону этого холма. Вот, да? Там вот кустовый. Да. Да, да, да. Там мы бачим ще якийсь замок. Скрізь є башні такі. Ну, ми зараз підемо туди, в цей центр. І от зараз, може, я не знаю, чи можна собі підняти? Та ні, звісно. Ні, вона прикольна. Я думаю, что можно. Идем, Лен, иди первый открывать. Здесь какие-то ступеньки. Кузи градок. А то я платно? Там чьи написано? Там где? Вау! Класс! Кстати, я хотела кое-что... Ну, погоди. Я хотела кое-что показать. Строят какие-то бассейны. А, ну это свои, наверное. И здесь какие-то. Можно увидеть кран. Угу, да. Люди строят, обустраивают свое жилище. Просто... Круто, нет? Да? Як вам Мікулов? Да. Ну. Ну, все равно, где я не могу его найти. Кого? В этом здании? Да, да. Город такой, знаешь, не слабенький, не хилый. Да, он небольшой, но он очень даже... А смотрите, вот тут, то синагога. Вон, посмотри, какое здание шикарное. Вот это. Или это такой храм, он с двумя башнями. Мне кажется, похоже на синагогу. Честно говоря, я даже не думал, что ты захочешь. Я думаю, что тут люди просто типа, как там, знаешь? Что снимаешь, Ухина, не меня? Подойду. Ну, как быстро сняла, вот так. Что-то пока что она крутая. Лен, смотри, не упади, потому что там уже провалля. Идешь? Иду. Давай, ручку.
Оп. Да, красивый город. Дуже таки. Так, а мы тут скусимо пройти. Мені здається, що це просто ми щось обійдемо його. Ти думаєш? Ні, ну ми там були, а тут все-таки що-то новеньке. Окей, ребятки, ми спускаємося і йдемо, наверное, в ресторан, так? Ну, зараз побачимо, так. А, так ми тут і були, дивіться. Тераса. Ага, ми пішли туди. А, Оль. Ми пішли просто туди, а фактично ж, так, ми тут були. Ну і все, і ми вже в центрі зараз. Угу, мілі такі, так, от. Как это говорят, ламповые улочки. Да, все так, пешочком, все в брусчаточке. Да, да, да. Все, и вот мы и пришли. Вроде даже солнышко выходит. Ура, ура.